Пятую победу одержал тюменский «Рубин» в чемпионате «Пари» Всероссийской хоккейной лиги. На домашнем льду действующие чемпионы ВХЛ обыграли лидера регулярки «Химик» из Воскресенска. Хозяева реализовали первое же большинство. На четвертой минуте сильно и точно щелкнул капитан Александр Осипов. За 3 минуты 16 секунд до перерыва Алексей Липанов сумел сравнять счет. Но еще до сирены лучший бомбардир «Рубина» Никита Попугаев нивелировал его достижения. С диким желанием победить. И как я всегда говорю, главное забить больше, чем соперник, и тогда победа будет за нами. На 24-й минуте «Рубин» во второй раз реализовал лишнего. Своевременный пас Никиты Мокина и Герман Нестеров не промахнулся. Контролировали ситуацию тюменцы и в третьем периоде, даже несмотря на то, что в его начале пропустили шайбу в меньшинстве от Матвея Заседы. В концовке они отбились от шестерых соперников и оформили заслуженную победу 3-2. 29 сентября «Рубин» принимает Рязань ВДВ.